пританцовывая от холода вместе с жителями у трамвайной остановки возле завода «Корпус» стоят и журналисты. Их позвали из Министерства транспорта измерять температуру в трамвае. 20 минут на улице, и ни одного вагона не подъехало. Минут 15, наверное, 20, вот так. Вот, мы его уже почти дождались, его развернули на наших глазах. Замерзли, едем в поликлинику, до поликлиники не доехать. Трамвай все-таки появился, но к остановке сразу подъезжать не стал. Снегом замело рельсы. Задержку графика водитель оправдала пробками. Сегодня не холодно на улице. На сиденье холодные, деревянные. Саратовцы делят трамваи на теплые и холодные. Первые – это те, где подогрев работает. Но пассажирам этого маршрута не повезло. Градусник у сотрудников министерства показывает низкую температуру. Саша, за градус. 13 градусов. Теплее, чем на улице. Пока дождешься теплого, совсем замерзнешь. Поэтому вот подошло, то, что подошло, на то и сели. Еще в 2004 году в Министерстве транспорта России издали распоряжение о минимальных температурах в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов. В сильный мороз градусник там не должен показывать ниже плюс 15 по Цельсию. Екатерина Савина, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив.